Всем привет! Вы на канале Таня Смайл. И сегодня у нас челлендж без рук. В первом туре победит тот, кто быстрее достанет суфле из шоколада. Итак, на старт. Внимание, марш! Победил Борис. А пока мы перейдем. Шоколадной бороду. Приступаем ко второму туру. Во втором туре у нас торт, в котором спрятан чернослив. Кто вперед доберется до чернослива, тот и победил. Основное условие – торт нужно кушать. Итак, приступаем, ребята, на старт. Внимание, марш! Смотри, у тебя там суфле осталось! Где? Yeah.